Вот такой двигатель сейчас стал таким цветом. Короче, покрасил его кислотником. Вот такой лимон. О, какой красивый. Красота, да и только. А, вон там еще не высохло. Чуть-чуть. Вот такой. Лимонный цвет. Это кислотный грунт. Вот, против ржавчины. Чтобы он не ржавел. Так, ну и теперь вот такой еще есть цвет, оранжевый, апельсин. Сейчас будем им красить. Или таким цветом оставить, лимонным. Вот есть выбор, или такой цвет, или такой цвет. Так, ну вот так вот получается. Вот такой апельсин. Сейчас на два раза укрыл одним баллончиком. Вот такой вот. Ну, не знаю, вроде бы. Ничего, такой цвет симпатичный. Апельсин. Укрывает, в принципе, достаточно хорошо. Красочка. Вот такой будет красивый. Потом еще поддон черным цветом вскрыть. А вон там не прокрас есть один. Чуть-чуть, ну, это уже не столь важно. Да. Неплохо, неплохо. Оранжик. Да, симпатичный цвет получился. Да пусть будет такой. Оранжик, чем лимон. Апельсин. Нормально. Великолепно. Завтра уже высохнет.